Нерегулируемые пешеходные переходы в Иванове оснащены новым оборудованием. Вот такие мигающие фонари появились на трех зебрах на улице Кухонковых, Некрасова и Ташкентской. Отношение водителей к ним двоякое. Одни утверждают, что не видят нового устройства, другие, напротив, притормаживают, считая, что это камера видеофиксации. Как будет развиваться ситуация дальше, пока не ясно. Автомобилисты могут просто привыкнуть к мерцанию фонарей и в дальнейшем не обращать на них внимания. Стоит отметить, новое оборудование стоит 27 тысяч рублей. Удовольствие недешевое и по своей эффективности пока что сомнительное. Установила фонари московская компания бесплатно в качестве презентации своей продукции. Мэрия отмечает, что готова будет приобрести оборудование для других переходов, если аварийность на этих участках действительно уменьшится.